мы немножечко позже поговорим. Так вот, когда решили бывшую царскую усадьбу переделать под нужды нового дворца, была создана комиссия, были приглашены советские художники, архитекторы, и вот с чего начали? Больше воздуха, больше света. И вот эти забавные лошадки. И сейчас приходят летящиеся дельфины. Это все следы 1936 года. И вот начинают выстраивать для пионеров. Большие работы по реконструкции на всей территории. А что делать с Ленинградом? Сначала хотели реконструировать. Нужно отразить, но парадные залы второго этажа реставрировать, оставить на прежнем красоте. Это было написано в документе 30-х годов, и я уже в конкретном документе. Поэтому парадные залы начнем. Ну а начнем мы с необыкновенного подарка, который получил в Ленинградской. По перестройке императорского дворца дворец пионеров, это одна машина. И Максим Горький посоветовал пригласить на росписи художника-палика. Ну, художники-палика вам известны, здесь у нас выставки посвященные, начинали как это написано, они расписаны в коробочке, школа палика, как это называется, а вот на элементарном палике это только имеет. Итак, художникам Валика предложили расписать две комнаты нового дворца пионеров для занятий художниками. Как они писали потом, это же детский дворец. А какой же дворец без сказки? Ну, если сказка, то и сам себе. Всегда говорят о жадности.
мать борца была должность сказителя. Два сказителя. Мужчина и женщина. Сказки читали, выборы играли, ну и потом точно так же все произошло. И сейчас это временно они открыты из-за того, что парадная лестница закрыта. А там мы переживаем, приходим сюда только по особым случаям. Потому что расписание в октябре 1936 года. Все вот эти краски сохранились. Дворец простоял холодным несколько лет войны, и в то же время эти комнаты вместе с ним перенесли тяги и засады. Но, тем не менее, не испортились. Яичная темпера называется техника исполнения. Шлифуется вот гладко-гладко стена штукатурка, берется уголек, какие-то контуры, потом разводится живая краска. Почему живая? Натуральная, на яичном желтке с капелькой уксуса. Краска живая живет одни сутки, надо торопиться, иначе она засохнет. Зато потом она разводится на лицо. Вот такая комната, посвященная Пушкину. И надо сказать, что когда полежали, закончили свою работу в 36-м году, они уехали, а на открытие дворца их опять пригласили. И в своей же готовке, которую руководил бригадой, пришел, сказал, мы хотели подарить детям сказку. Но когда мы пришли во дворец, мы поняли, что мы сами попали в сказку. Все-таки я подчеркиваю, и мы увидим с вами парадный год под этой правой. Нет,
потом, во время войны, когда дети здесь занимались, их подкармливали. Но уже не в этой школе, а в детском саду. Потом здесь был большой методический кабинет, здесь собирались вожатые, педагоги и так далее. Ну а потом сюда переехал литературный клуб Верзани. Литературный клуб Верзани имеет огромную историю 76-го года. Вот сегодня это. А мы посмотрим на рукопись. Художник Анатолий Трескин. Он был молодым, только что закончил свое образование. Вот ему предложили расписать бывшую малую столовую. И вот что он сделал, как понимал вот этот подарок тоже Ленинградскому дворцу. Да? И попытка сохранить, как я увидела, близкие к 19 веку. И вот такие пионеры. Все они занимаются. Вот в 30-е годы оставили нам вот такой красивый зал. Ну, мы с вами продолжаем. У Царевич была малая столовая, а рядом были детские спальни. Но вот знаете, когда мы говорим о Царевиче, надо понимать, что Царевич жили разные. До 19 век здесь побывали и Николай I, и Александр II, и Александр III. И я повторяю, каждый из них все что-то перестраивает. Если мы начнем говорить о комнате, то при этом это было спальня, при этом было кабинет, при этом было и вот все у ваше. Ну, было, ну что, теперь мы сможем то, что есть, то, что мы можем не только услышать, а то, что мы видим. Вот так и не будет. Да, вы знаете, что мы уже национализированы, в том числе и Онечкин дворец. И первые несколько сундуков добра попали в оружейную палату. Потом потихонечку в музею принадлежали все. 1 мая 1935 года ничего. Все, что представляло собой художественное, и не очень художественное, но просто насыщало дворец, клоечки, копеечки, там и так далее. Все было определено по 20 городам Советского Союза. Кому картина досталась, кому столик достался. Там укрепляли местные музеи. И сегодня в перечне, конечно, недословно каждые вещи мы знаем, которая куда попала, но мы знаем, что вот такая-то картина сегодня в Харькове должна быть, такая-то должна быть в Киеве, такая-то в Таллине, а, допустим, в Корейском национальном музее рисунки императрицы Марии Федоровны. А когда мы ходим по Зимнему, портреты там написаны из Онечкова дворца. А когда мы приходим в штаб на Дворцовой площади, набор мебели из Онечкова дворца. Я не говорю уже, сколько предметов дворцы, которые отсюда передавали, личных предметов. Поэтому мы сегодня не музей. У нас нет ничего вот такого, что охраняется как музейная ценность. Ну, пожалуй, я бы охраняла комнаты сказок с температурным режимом и так далее. Все остальное живет. Мы сейчас уйдем, сюда утром есть занятия, здесь лицей занимается, потом придут дети и живут вот так вот. Вот люстры оставили, люстры, которые были во дворце, оставили, а дальше, если мы с вами увидим какие-то красивые вещи из мрамора, из бронзы, это все уже подарки Ленинградскому дворцу пионеров. Дворец был люстрами. Его насыщали и мебелью, и люстрами, и подарками. Ну, какие-то люстры сохранились. Поэтому народ у нас показывает. Это родная люстра? Не могу сказать. Это, и даже когда... Нет, у нас есть некоторые фотографии, описания, когда мы точно видим, что вот в такое-то время, что значит, вот в такое-то время, в этом помещении висела такая-то люстра. Потом была другая. Потом перевесили. Но люстры красивые. Люстры в основном серебряные, 19-е. Это не понятно.
Это начальник, который потом, после войны, а после войны он стал известен как реставратор Павловского дворца. Там обязательно механические документы.
синеколого-биологический центр. Раньше был внутри дворца, а теперь ему отдали большое помещение с теплицами, зоопарком, с лабораторией. Абсолютно всем видам творчества, но по большинству видов детского творчества дворец работает. И мало того работает, остается еще каким-то ведущим в городе благодаря своему педагогическому коллективу. Как же это все появилось? Повернитесь, пожалуйста. В 1935 году, когда приняли постановление, что принимать сделали большой комитет. Комитет содействия 74 человека. И директора завода, где партийные деятели, художники и писатели. Зачем? Потому что все эти люди вместе должны были придумать программу дворца. Ведущим лозунгом было «Все лучшее детям». Все лучшее детям, самые современные технические средства, вот это вот оборудование, вот эта красота, вот огромными буквами было написано на Невском. Все лучшее детям. Да? И стенация, да, были по программе на Невском. Да, кому принадлежит? Вот такая. Почему-то реставраторы посчитали, что восстанавливать надо полностью. Я по рисунку. Мне дети рисовал Мария Федоровна с Александром Александровичем. Отметились и, к сожалению, потеряны. Ну, только вот рисунок у нас остался ЛДП. Но не везде. Если в медальонах на лестнице, то и в первой приемной художник уже, советский, ленинградский художник Черновод, он помечает, что вы меня не сомневаетесь, мы во дворце Черновода. Открыта книга 1936 ЛДП. Вот такая была монограмма ЛДП, ленинградский. Знаменитых и... Да, он походил, ушел и бросил. А вот те, кто с космонавтами дружит,
вот, кто помогает вот, сегодня, Борисенко, Анатолий Шалов, они дружат с нами? Ну, не дружат. Еще, обратите внимание, актеры, почему? В 1956 году во дворец пришел замечательный педагог Марк Дубровин и сказал, ребенок должен ходить не в театральный кружок, а в театр юношеского творчества. Написал программу. Он должен позаниматься всеми театральными профессиями. Он должен побыть художником, осветителем, костюмером и так далее. И вот они прошли такую школу. И еще один момент. Вот эта атмосфера дворца. Вот когда они выросли, они тоже вспоминают, и тот же Лев Долин, и Хельштинский. А сегодня вспоминают о дворце и пишут. Ну, я пришел, записался, походил по какому-то там художественного отдела. И решил уже бросить, там это 60-е годы были, решил бросить, вдруг навстречу у меня педагог, Андрей Григорьевич Дубровин. Он раскинул руки и сказал, Филипп, как я рад, что ты пришел. Все, это решило мою судьбу. И вот это, как мы рады, что вы к нам пришли, и каждому педагогу, молодому, ну, дальше они сами все понимают, чтобы удержать детей, чтобы с ними работать, надо радоваться тому, что они здесь. И, соответственно, педагоги получают тоже удовольствие. А на самом деле, это же не чем отличались елки в Ранцеопиаде? После войны. Вот открываются все двери полностью. Вот эта анфилада, следующая анфилада. Выносится вся мебель. Вносятся игры, игрушки, затеи. Здесь елка, там представление. А дети бегают, играют, какие-то жетоны набирают, загадки. И вот представьте себе 50-е годы. 50-е годы, когда в институте Герцена идет защита диссертации, формирование сознательной дисциплины в пионерском отряде 4 класса, когда детям говорят, гуляйте за ручку по коридорам, как было в классических гимназиях и так далее. Здесь распахнутые двери. Ну, в общем, они все приходили в восторг. И попасть во дворец, это было вообще нечто, потому что билеты отдавали в школу, в кассу билеты не продавались, выдавали там отличникам или кто где мог, чего. Кто-то где-то достал. Да, кто-то вспоминает. Кто-то был? Я была. Вот. Каким образом попали? В школе, как отличница. Молодец. Причем не один раз я была. Значит, очень удовольствие.
замечательно. Вы представляете, что взрослых сюда не пускали? Да, только детские билеты. И дети, конечно. Сейчас все изменилось. А сейчас, сейчас с фотоаппаратами детям некуда развлекаться. Значит, сейчас, да. Сейчас это уже для коммерческой елки, причем возраст уже от 3 до 6. В 3 года он еще идет, какой ему дворец, какие елки. Его там дергают, а он такой к маме жмется. Ну, в общем, вот так. Торжественным, как бы вот памятным дням, потому что это такая вот реликвия, тетрадочка с перышком, чернилами, и она пишет о том, какие были дети, как они читали, как они менялись, что они хотели, и я тоже как они написала. Значит, все это действовало. Но после войны. После войны популярный праздник недели детской книги. Теперь все шумно. Не очень получается. Почему? И не было конкурентов у елки, и не было конкурентов у праздников. Валенков, центром пионерской линии. Ну, а параллельно с этим существовали коллективы. Коллективы, которые дети, они говорят свои потребности. Вот, как бы, вложенное время, мы одну страничку. Потому что если вы придете в дворец Марии и дворец детей, мы еще другие залы будем. Мы еще будем разговаривать. Да, сегодня вы устали, сегодня у вас достаточно времени. Следите, пожалуйста, за нашей рекламой, за тематическими и за обзорными экскурсиями. Приходите. А теперь напоследок. Я хочу спросить вас, у кого какие собственные воспоминания, экскурсии, если кто-то хочет... По форумам, отчитываться по форумам. Если кто-то хочет, может записать. Так, а что надо? Ваше впечатление, что надо. Я вот из первого группы юных космонавтов, из первого выпуска, который мы с вами говорили в последний раз, основан в 62-м году, а не в 61-м, 16-го октября. Ну что, побывал
Ну, они вообще заслуживают, как мы все любим.